Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости канала. С вами я, Антонина Абрамкина. Примите от меня самые наилучшие пожелания на 2020 год и рождественские праздники. А сегодня у нас второй прогноз на январь 2020 года для знака зодиака Тельцы. Ну, как всегда, я вначале немножечко рассказываю о важных моментах, на которые следовало бы обратить внимание в январе. Январь мы проведем под покровительством желтой земляной свиньи, а покровительство белой металлической крысы начнется 25 января, в субботу, и это будет новолуние. Большую часть января Солнце и Юпитер будут в Козероге. А потом туда же войдут Юпитер и прочувствуем воздействие Сатурна. Весь месяц не врать. Данные обещания выполнять. Держите слово. Такие козероги, вот они честные. И как их же правитель Сатурн. И там еще и войдет Плутон. Все небесные гиганты собрались в одном знаке Козерога. Новый год всегда связан с новыми планами и начинаниями, и с надеждой на лучшее. Когда много планет собирается в одном знаке, это называется стелем. Такое расположение повлияет не только на козерогов, но и на нас, на всех тоже. Самое время строить большие планы и цели, и, конечно, искать пути их реализации. 10 января будет лунные затмения в знаке зодиака Рак. Это, конечно, отношения и за Раки отмечает у нас, отвечает за семью. Поэтому, если что-то в семье не ладится, не следует принимать важные решения. Чуть-чуть подождите. И если вы давно в поиске и мечтаете встретить свою судьбу, на это тоже обратите внимание. Но если там уже давно ничего не складывается, так не держитесь за старое, идите к новым отношениям. На небе будет происходить очень редкое явление. Сборище планет в Козероге, да еще и лунные затмения, конечно, у всех, абсолютно у каждого произойдут какие-то судьбоносные перемены. Для вас, Тельцы, январь 2020 года – месяц стабильности и благополучия. Стройте планы. Немного напряжения, конечно, создадут планеты в девятом доме, так как они находятся. Но все равно ярких событий будет тоже много среди них. И перспективные знакомства. Некоторые тельцы решатся на заграничные путешествия. Ознакомиться с чужой культурой и религией. Появятся в вашей жизни бизнес, новые партнеры, спонсоры или смена работы, или переезд. Поэтому все тельцы будут сосредоточены на работе, на карьере и на успехе, так как там разместилась Венера. А планета Венера у нас отвечает любовь, благополучие, деньги. И они разместились как раз в 10-м доме вашего гороскопа. Так что будет не до романтики, а будете больше погружены в работу. Семейные тельцы, если отправлять в путешествие с семьей, с супругом, это, конечно, укрепит взаимоотношения. А у свободных тельцов есть шанс встретить свою вторую половину. Что скажут карты Таро, колесо года, мы сейчас посмотрим и вытащим для вас три карты из колоды. Король жезлов. Это бизнес, проекты, это бизнес-партнер, это соглашение, это такая перспективная карта. Жезлы – это у нас деятельность, работа, то, что мы умеем делать. Может быть, это даже вы, а может быть, спонсор, а может быть, вы ждете как подтверждение какого-то, подкрепление, скажем, да. Вот все вы это получите. Ну, мы сейчас еще вернемся к ним. Десятка чаш – это замечательная карта, тогда, когда стабильность, видите, чаши идут. Это семья,
это благополучие. Если вы одиноки, действительно, можете образовать семью, встречи могут быть. Может быть, если вы давно уже встречаетесь, и вам скажут, давайте поженимся. И здесь как бы порадуют и детки, у кого. Если вопросы были, что уже пора как образовать семью и обзавестись детьми, то и это произойдет. Может, если вы уже в возрасте, то станете бабушками, дедушками. Это тоже вас порадует. Ну и, может быть, щенка заведете. Я тоже хочу щенка завести. И щенка хочу завести, знаете, какого? Сибирского хаски. Ну, может, кто-то меня услышал. И третья карта мы здесь вытащим. Рыцарь мечей. То есть освобождение. Рыцарь мечей, то есть, видите, он здесь уже ускакал, от чего-то освободился. Это может быть для кого-то действительно освобождение, как не хочу озвучивать. Вот. А может быть, кто-то освободится, например, от того, что какой-то груз с себя сбросили, потому что здесь перспективные карты, освободились от ненужных связей, и здесь образуете новую семью, или вы работу перспективную найдете, и срочным образом отправляться нужно будет. Сегодня кому-то это выходила уже карта. И я уже говорила, что придется принимать решение на скорости. Но это будет касаться семьи, любви, работы и крупных приобретений. В любом случае, что-то старое вы оставляете, а в новый 2020 год идете с новыми планами, проектами, быстро решаетесь на эти проекты. Может быть, это как освободитесь от старого автомобиля и купите себе новый автомобиль, что это тоже вас порадует. Вот. И что-то будет связано с движением, с быстрым решением. Но это будет радостное, потому что, может быть, ваш супруг вас порадует, что у него появятся такие перспективные доходы, и потому что здесь стабильность какую-то обретаете, и это будет радостно, и будете думать, а не поехать ли нам куда-нибудь отдохнуть, например, за границу. Это тоже будет замечательным планом вашей жизни, и пусть это в вашей жизни исполнится. Но в любом случае события будут радостными. Но с быстрым решением, конечно, тоже придется что-то решать. Еще приготовила колоду золотых икон. Вытащим одну карту из этой колоды и посмотрим, что здесь, какой совет получите, дорогие мои тельцы. Молитва святого Парфения. Так, молитва по собственным способностям. Так, но это карта двойка жезлов. Так, ну что по этому поводу сказать? По поводу двойка жезлов, конечно, это у нас думать придется о каких-то переменах в плане деятельности, в плане работы. Но так как жезлы... Скорее всего, вы, может быть, резюме отослали и ждете, или какое-то подтверждение, так как по собственным способностям. То есть, значит, у вас, например, есть диплом, который вы не использовали до сих пор, да, и здесь, а все равно, если вы учились, то или научились чему-то и хотите все это расширить, то здесь, конечно, может быть, будет реклама, как через интернет о себе будете заявлять и будете просить, чтобы Вселенная, чтобы это как-то у вас реализовалось и начало приносить доходы. Потому что это вот деятельность, как раз двойка жезлов, то, о чем мы просим Вселенную, чтобы они нас поддержали в плане наших начинаний и, конечно, ждем плодов от этого, от этой деятельности и результата. Или, например, как я говорю, или неиспользованный диплом вот до сих пор, что вы его не могли устроиться на работу куда-то. То есть вот это то, что вы умеете, то, что вы, например, обучались и разослали резюме,
и хотели устроиться, то есть получите приглашение, потому что двойка жезлов – это партнерские отношения, там, где мы заключаем договор, и здесь у вас, например, вас одобрили, что вы можете заниматься этой деятельностью, и у вас уже начинается, появляется азарт, наверное, надо так сказать, и вы о себе заявляете, и у вас появляются клиенты. Вот, разобрались с этой картой. И еще у меня колода белых ангелов. И какая карта? Карта двойка, тройка пентаклей. Ну вот, то есть ваша деятельность действительно начинает приносить доходы. Тройка пентаклей – это как раз карта, что ваш ангел наконец-то нашел способ дополнительного дохода, и у вас клиенты, здесь реализация своего дела, и ваша деятельность востребована через интернет или хоть как, неважно, как вы получать будете доходы. То есть то, от чего вы ждали результата, вы получите доходы. То есть порадует вас и либо спонсор, либо ваш супруг, но и супруг, и вы, то есть обретаете финансовую свободу, и это как бы радует семью, и здесь появляется уже, конечно, интерес, например, с переездом в новый дом, новую квартиру, то есть перемены к лучшему. Ну вот такой вот расклад вам, дорогие мои тельцы. Я вас поздравляю, и пусть в вашей жизни все исполнится. До новых видео, пока.